Если у вас неприятности на работе, вы очень переживаете, расстраиваетесь, зачастую не знаете, что делать. Здравствуйте, я Елена Безрукова, бизнес-тренер. Сегодня вам расскажу, как себя вести, когда у вас случились проблемы. Первое. Постарайтесь успокоиться. Помните о том, что такая ситуация бывает абсолютно с каждым из нас. Во-вторых, не принимайте никакого решения. Дело в том, что в состоянии обиды, страха, агрессии вы не примете ничего путевого, ничего хорошего не придумаете. Далее ответьте себе на вопрос, зачем эта ситуация произошла именно с вами. Сделайте акцент не на вопрос, почему это произошло, а на акцент на вопрос, зачем. Почему — это значит поиск причин, а нам нужно найти целеполагание наших действий. Поиск ответа на вопрос «зачем» – очень сложный, трудный процесс. Давайте рассмотрим пример. Вы получили выговор. Когда вы спрашиваете себя, почему я получила выговор, вы думаете, потому что я была очень занята, у меня было много работы, и я не успела. Когда вы спросите себя, зачем я получила выговор, возможно, вы найдете ответ. Затем, чтобы научиться быть более организованным, управлять своим временем и уметь убирать свои лишние дела. В этом случае ответ на вопрос «зачем» даст вам ключ к решению этой проблемы в глобальном плане, решение именно на будущее. Поиграйте со своей проблемой. Напишите 10 положительных сторон того, что с вами произошло. Пусть это будут нелепые и смешные решения. Главное, чтобы они были позитивными. И в этом случае вы не просто решите свою ситуацию, вы в нее больше никогда не попадете. Удачи вам! До встречи!